Центр реабилитации диких животных «Велес» намерен выкупить небезызвестную петербургскую львицу Симу. Его сотрудники уже перевели переговоры с владельцем кошки и объявили о сборе средств. За день им перечислили более половины суммы. А значит, шансы Симу попасть в приют, где они позаботятся, зоологи, высоки. Напомню, судьбу молодой львицы начали активно обсуждать в выходные после ее очередного выхода в свет. Увидев хищного зверя на проспекте Энергетиков, встревоженные прохожие обратились в МЧС, в полицию. А ее хозяин, участник одного телепроекта, сообщил, что подыскивает для питомицы новый дом. Подросший зверь с трудом помещается в квартире. Ранее горожане видели львенка в супермаркете, где Сима вполне комфортно чувствовала себя, прогуливаясь между полок с продуктами и бытовой химией.